из глубины веков. Лязг стальных оков сменился на невидимый для человеческого глаза. Хуже проказы, деструктивные фразы и образы, которые сеют незащищенные головы социума. Поголовная деградация уже ни для кого не сенсация. Разума нехватка, за душу человека смертельная схватка. Разделение населения на множество идеологий, сект различных обезличенных течений, с одной лишь целью управлять и властвовать над массами в обход сознания, отсутствие обратных связей, понимания. Почему поднимается именно эта тема данного повествования? Она как никогда сегодня актуальна. Не вымысел, вполне реально. Кто-то ждет третьей мировой войны, она давно в действии. Печально для современного общества ее последствия. Единство и внутренняя чистота помыслов — наше противоядие. Осознание этого факта не может не радовать. Ведь все едино, все сущее есть проявление одного закона. Закона любви. Хватит искать внешние различия. Единство внутри. Единство внутри. Единство. Единство разделения. Но нам необходимо духовное единение, объединение. Это испытание, Ирататар. Благодарю за твой удар. Благодарю за испытание и аватар. Конфликт и столкновение — лишь удобная технология к достижению чьей-то цели. Крылов Иван Андреевич просто раскрыл сию тему в басне про лебедя, рака и щуку, и про повозку, что так и осталась без движения. Такая стагнация в истории выражается термином деградация. Это когда ненавидят рака за неумение плавать, как щука. Когда щука плоха, потому что не летает в стае лебедя. Не летает в стае лебедя. Вот так и человек со всей дури бьет себя в грудь, считая, что он того его всякого превосходит в умениях и взглядах. А потом все до изнеможения судорожно тянут в своем направлении, тратят на этой силы время. Но повозка веками без движения. Итог один: для развития нам придется учиться объединяться, ценить и оценивать только лучшие качества, находить единодушие, договариваться, служить друг другу на общее благо. Без этого как будем глупы, без системы внимания и ощущения. Современное общество 21 века. Уже 2019 года. Мы как бы не то, чтобы знакомы с тем, что своевременно. Или, скажем, вернее, соразмеренно с временем. Мы же с очевидным находимся в положении слепоглухонемых, позволяя всякому произволу гулять на свободе. Но я буду водить новую догму. Объединяй усилия, стремись не к частному, и тогда мы построим иное государство. Деньги и мастера будут заседать на троне несчастья. Объединяй усилия, стремись не к частному, и тогда мы построим иное государство, где не власть, а разум будет восседать на троне, неся людям счастье. Да будет так, и на том заканчиваем.